15 октября вся страна отмечает день рождения великого русского поэта. За свои 26 лет жизни он создал творческое наследие для следующих поколений. Вклад его в нашу культуру огромен. Михаил Лермонтов. Что мы знаем и помним о нем сейчас? Ровно 2 века назад в Москве родился Михаил Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Его работы включены в школьную программу. За последнее столетие было 16 экранизаций его произведений. Поставлено 22 оперы и балета. Вряд ли найдется человек, которому не знакомо имя Михаила Лермонтова. Но так ли много мы знаем о нем? Личность была яркая такая, неоднозначная. Немножко знаю, но я уже пенек старый, как говорится. Стихи на Кавказе там. Вот видите. Ну, что-то еще там особо в подробности не вникало. Лермонтов служил в гусарской лейб-гвардии Его Величества на Кавказе. Еще маленьким мальчиком поэт приезжал сюда. Михаил Юрьевич навсегда влюбился в народ Кавказа, его обычаи и фольклор. Жизнь поэта была короткой, но плодотворной. Огромное количество произведений, созданное Лермонтовым, осталось нам в наследие. Но так ли цены для ныне живущих его труды? Написал «Бородино» знаменитое, «Тамань». Потом еще Белла. «Герой нашего времени», да, это основное там произведение, да. Ну, самый известный, наверное, «Белеет парус». Ну, «Псыри», наверное. Сборники произведений Лермонтова начали сдаваться еще при жизни поэта. Его работы переведены на сербский, немецкий, польский и французский языки. В Пятигорске произошла ссора Лермонтова с офицером Николаем Мартыновым. Затем дуэль. 27 июля Мартынов застрелил Лермонтова. Ему было 26 лет. Современники называли Лермонтова вторым Пушкиным. Он сделал немало, а мог еще больше. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.